Вот такой сварочный аппарат «Авангард» RDS-280. Диагноз не включается. Для того, чтобы отремонтировать, если проверить здесь на вилке, здесь ничего нет, никакой нагрузки. Поэтому сначала думал, что может быть кнопка, но не все так просто оказалось. Разбираем, разбирается просто, я уже открутил. Здесь винтики и с той стороны откручиваются, и доступ к плате. Для того, чтобы был полный доступ к плате, нужно ее вытащить, потому что элементы на радиаторах откручиваются потенциометр, вот этот здесь каким образом откручивается крышечка, вот здесь обязательно крышечка снимается, выкручивается гаечка, и тогда можно вот этот саму ручку можно снять. Потом, чтобы снять, нужно отсоединить контакты от выключателя. Нужно открутить, я уже открутил винты от зажимных клемм, здесь стоят, и нужно отсоединить, уже отсоединил вентилятор, и тогда плата вынимается. Значит, я уже разобрался, есть проблема в том, что четкое короткое замыкание. Короткое замыкание на силовых ключах, здесь стоят 40N60, короткое здесь на выпрямителе, короткое на конденсаторах. Пришлось выпаивать, сначала выпаял выпрямитель, оказался выпрямитель в порядке, выпаял выключать реле, тоже с реле все в порядке, начал выпаивать ключи, ключи замкнуты, замкнуты три ключа из четырех, здесь стоят 40N60, и замкнут, здесь вот стоят такие диоды, один из двух диодов тоже замкнут, диод не так просто сказать, какой здесь стоит. Значит, RHRP1560 стоит диод, один тоже замкнут. Ну и по сути дела все остальное в порядке. Вышел из строя, хозяин говорит, из-за того, что просто упал. Упал и вот перестал работать. По какой причине выгорели все силовые элементы, сложно сказать, но выгорели, поэтому силовые элементы по доллару. Этот вообще там 30 центов диод стоит. Поэтому ремонт будет не такой дорогой, но детали заказаны, придут. Ну, собственно, проблема будет, проблема ремонта, это замена силовых транзисторов и силового мощного диода. Номинал я уже сказал, который вот здесь. Один здесь, один здесь, один из них выгорел. Замена. И отдаем клиенту. Ну, на этом видео по данному сварочному аппарату уже заканчиваю. Дальше уже ничего интересного. Впаиваем новое. Здесь видно, что я их уже выпаял. Сначала откручивается радиатор. Откручивается от радиатора элемент,
И затем можно выпаивать. Я выпаиваю двумя мощными. Здесь большая теплоотдача, поэтому двумя мощными паяльниками. А затем с помощью оплетки медной убираю из отверстий олово или олово отсосом, как вам удобно. В данном случае я просто с помощью медной оплетки убрал из отверстий. И теперь осталось, подожду, пока приедет замена, поставлю, отдам клиенту. Мощный аппарат собран. Можно включить, проверить. Включаю розетку. Загорелся, все в порядке. Питание. Ремонт удачный. Можно отдавать клиенту.